Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости нашего канала. Сегодня я решил отправиться с воблерами Минну на водохранилище. Ловить буду с лодки. Воблеры в основном собираюсь использовать длиной 130 мм в обычных и диповых версиях. Ловить собираюсь в заброс. Первый заброс всегда важен. Ты как бы настраиваешься на ловлю, стараешься почувствовать свою приманку, проводку. При этом еще желательно не поймать рыбу. Примета рыболовная плохая. Кто-то в эту примету верит, а кто-то нет. Я верю, так как считаю, что поимка рыбы сразу в начале рыбалки может говорить о том, что клев уже заканчивается и что далее поклевок может не быть. Много раз у меня эта примета подтверждалась. Ну вот, накаркал. И откуда этот окунь взялся? Такой размерчик. Когда получаешь поклевку окуня, то нужно действовать быстро. Стаи крупных окуней довольно активно перемещаются, и если после поимки рыбы сделать большую паузу, то окуни могут покинуть только что рабочую зону. Приехал сегодня поохотиться за щукой. Взял воблеры. 130-й в основном, ну несколько 110-х есть на всякий случай. И вот сейчас стал на бровке с 3 на 7 метров. И где-то метрах, наверное, на 5 окунь клюнул на дипового бализонга 130-го. Я сначала думал, что может за дно зацепил лопаткой, потом смотрю, не-не, что-то шевелится такое. Тут свал получается, выход на отмель, на отмеле... Мелкий окунь, плотва, и хищник сюда всегда выходит, и щука, и крупный окунь. И получается, в таких вот местах, как раз если вдоль бровки проводку делать диповым воблером, очень даже неплохо можно по щуке отловиться. Но вот, к сожалению, день сегодня солнечный, щука не очень любит солнце. Но, тем не менее, буду сейчас рыбачить. Как бы тучки на небе есть, так что периодически тучки будут закрывать солнце, и может быть в этот момент и будет какой-то результат. Ну, буду продолжать ловлю, буду использовать и диповые воблеры, и воблеры с более короткой лопаткой, твичевые обычные, вот тоже те же бализонги. Буду пробовать. Ну и вот раз здесь уже клевал окунь такой, в принципе, ну, грамм, наверное, 350 он был. Можно поставить под окунька такой воблер 110-й. Вполне возможно, что на этот воблер окунь будет лучше реагировать, чем все-таки на 130-й. Воблер под окунька имеет длину 110 мм и длинную диповую лопатку. Хочется надеяться, что чуть меньший размер приманки станет привлекать окуня лучше. Однако моя хитрость не срабатывает. Я обловил эту точку и несколько точек рядом разными приманками, но поклевок нет. Решаю проверить береговую зону. Там русло проходит рядом с берегом и есть обширные зоны водной растительности. Отличные щучьи места. Стою сейчас на лодке совсем недалеко от берега, подо мной 5 метров стайка. Ну, это не подлещик, а плотва, скорее всего. Ну, такая довольно большая. И получается, забросы сейчас буду делать вдоль берега. Как бы вдоль бровки. Бровка проходит прямо по линии берега. И вот уже по урезу камыша будет в районе где-то 2 метров глубина. А здесь 5. И получается, я как бы под косыми углами буду пролавливать. Довольно быстро получаться будет.
То есть буквально три заброса в одну сторону, три заброса в другую вдоль камыша. И смещаю лодку метров там на 50. И опять таким же образом действую. Береговая зона, попеременное использование мелкоидущих и диповых воблеров минну, частые перемещения и ловля в совершенно разных местах результата не принесли. Стала дилемма – ехать домой или попробовать не лениться и перескочить на другое водохранилище. Посмотрел прогноз погоды и оказалось, что он поменялся. Теперь после обеда будет пасмурно и даже возможен дождик к вечеру. А, была не была, поеду на второе водохранилище. Пока собирался и слеповал лодку, погода действительно поменялась. А по дороге на второе водохранилище я даже подумал, что может быть и не было смысла в переезде, что и там рыба в пасмурную погоду могла бы активизироваться. Однако раз решил переезжать, то дороги назад уже нету. Ну вот тебе раз. И тут рыба атаковала воблер сразу в начале рыбалки. Теперь очень хочется, чтобы примета не сработала. Первая на сегодня щука попалась далеко не трофейная. Тем не менее приятно. Я знал, что в камышах много мелкой щуки, и по этой причине поставил совсем не мелкий воблер минну. Цель была отсечь именно мелкую щуку. Однако зубастый красавец, даже сравнительно крупным воблером, отпугнуть практически невозможно. Аккуратно освобождаю рыбу от крючков. Отпускаю. Красиво пошла. Я шел мимо камыша, увидел, что сыграла рыба, малек. Кто-то ее шуганул. Я тихонечко подкрался на электромоторе. Первый заброс, ничего. Второй заброс чуть правее, как бы сделал в стороне от всплесков. Она, видно, там, где шуганула рыбу, она отошла немножко в сторону. И поклевка, ну, небольшая щучка. В данном случае я использовал воблер Монтера от Strike Pro длиной 130 мм в нейтральной плавучести. Проводил я его такими мягкими рывками, не сильными. Я не заставлял его делать роллинг влево-вправо. Потому что, ну вот я вот замечаю последние годы, как-то вот щука уже вот на этот роллинг не реагирует. Вот в то время, когда никто так не проводил воблеры, щука хорошо ловилась. А вот когда стали все буквально пытаться бить по воблеру, заставлять его дергаться влево-вправо, разворачиваться на 180 градусов. И вот с этого момента как-то щука стала лучше отзываться на такие деликатные такие рывочки, при которых, ну, воблер только прыгает вперед и покачивает боками на паузе. И этой проводки вполне хватает. Вот, вот парадоксальная ситуация. И сейчас у меня то же самое. Хотя я сегодня много раз пробовал и сильные рывки делать, и такие средние силы. Но вот сработали, как правило, сегодня именно такие деликатные рывочки. Продолжаю ловлю. Забросы делаю к самой кромке камыша, но чуть дальше места поимки. На границе густого камыша и чистой воды щука очень любит устраивать засады. Опять поклевка. В этот раз рыбка уже значительно крупнее. Ого, как она замотала леску вокруг пасти.
Причем один виток плетенки проходит прямо между верхними и нижними острыми зубами. Надо поосторожнее быть. Эх, сошла. Но леску все-таки не перекусила. И на том спасибо. Ну что, буквально два заброса вдоль камыша, еще одна поклевка. Вон, свернула мне поводок, поросячий хвостик. Практически намотала на себя леску, в пасть пошла ей леска. И я не хотел форсировать, и в результате вот она сошла у меня под самыми, считай, уже руками. Уже хотел ее брать, но соскочила. Ну ничего страшного, я бы ее все равно отпустил. Ну такая уже хорошая щучка была. Красивая поклевка, красивая такая яркая подача. И опять хочется заострить внимание. Очень мягкий, деликатный твичинг. Без всяких резких рывков. Как только начинаешь делать резкие рывки, щука выключается. Почему-то вот на этих вот рядом с городом расположенных водоемах видно, ее тут сильно уже приучили вот к этой агрессивной подаче всевозможных воблеров, и она плохо на них реагирует. А на такие деликатные, аккуратненькие рывочки великолепно. Единственное только, что воблер очень желательно, чтобы после рывка, вот ты рывок сделал, он даже в сторону не идет в этот момент, он просто дергается вперед и потом вот так вот покачивается, роллинг делает. И вот этого роллинга вполне хватает, чтобы соблазнить пассивную рыбу к атаке. Вода достаточно мутная, и это дает возможность ловить на коротке, используя очень точные маятниковые забросы. С этой точки было уже две поклевки, и это наглядно доказывает, что рыба лодки сейчас не боится. Периодически на крючках приманки оказываются остатки водной растительности. При этом дно на проводке воблер лопаткой не пашет, и менять его на более мелко идущую версию не нужно. Пора двигаться на новую точку. С электронным якорем это сделать очень легко и удобно. Удивительно, как вроде бы большие по размеру воблеры смело атакуют совсем мелкие щучки. Эта рыба захлопнула пасть четко на тройнике, и чтобы освободить ее от крючков, потребуется специальный инструмент. Поводок я на данном водохранилище поставил из струны. Очень легко быстро менять воблеры, но вот особенность вот этих стальных поводков в том, что они после поклевки рыбы сильно деформируются и порой довольно сложно их распрямить. Титановый поводок в этом плане гораздо эффективней. Но у титанового поводка нету скруток в большинстве своем. Их можно, конечно, там термическим образом обжигать, делать скрутку, но в этом месте может поводок подвести. Особенно если ловишь там несколько часов. То есть усталость металла появляется, и титановый поводок может просто лопнуть в этом месте. А поводок из струны более надежный, но зато легко деформируется. И его равнять, конечно, очень сложно. Проще такой поводок заменить на новый. Еще один заброс, и очередная маленькая щучка смело атакует 130-й воблер. Да, это избиение младенцев пора заканчивать. Надо переходить на открытую воду и большей глубины. Сначала попробую обловить участки с глубиной от 2 до 3,5 метров. Для подобных мест отлично подходит 130-й болизонг с короткой лопаткой в нейтральной плавучести. Эта приманка идет на глубине чуть больше 2 метров и позволяет довольно быстро облавливать большие участки водоема. Особенность данного болизонга в повышенной шумности.
Так называемая стиральная доска, по которой перекатываются на проводке шарики, издает, наверное, один из самых громких шумов среди всех воблеров. Шумный болизонг работает не всегда, но когда работает, то равных ему практически нет. Сразу после заброса двумя широкими подтяжками загоняю воблер на рабочую глубину и далее довольно деликатно твичу с использованием одного, двух или трех рывков попеременно. При этом не стараюсь, чтобы приманка создавала на проводке адский шум. Хочется, чтобы воблер был звучащим, но не сильно, и при этом двигался, как слегка потерявшая ориентацию раненая рыбка. Я всегда, в зависимости от активности хищника, пытаюсь представить воблером наиболее доступный для него в данный момент корм. Иногда нужна умирающая рыбка, а иногда слегка раненая или сошедшая с ума. Лично мне такие образы помогают работать воблером не шаблонно, а весьма разнообразно в разных ситуациях. Однако на обычного болизонга не клюет. Я сменил уже 5 мест и ничего. Надо идти глубже и браться за диповый болизонг Longbill. Эта приманка менее шумная, чем обычный болизонг, так как не имеет стиральной доски. С другой стороны, данный воблер за счет большой лопатки более упористый на проводке. В зависимости от толщины лески, он заныривает при ловле в заброс на глубину от 3,5 до 5,5 метров. Longbill после заброса нужно быстро двумя широкими подтяжками загнать на рабочую глубину. Затем лично мне больше всего нравится выставить удилище с леской, что называется, напрямую наводку, и начать неравномерную проводку. Это как бы получается смесь твича с проводкой Stop & Go. Зачем вообще такая проводка нужна? Диповый болизонг – это, конечно, твичевый воблер, и по уму его нужно дергать, то есть бить по приманке удочкой. Однако такая ловля весьма сильна и быстро утомляет. А та проводка, которую делаю я, совершенно не утомляет. При этом воблер можно заставить даже соблазнительно рыскать из стороны в сторону. Кроме того, немаловажное значение имеет и катушка. Для ловли на диповые воблеры наиболее удобно использовать мульты с пониженной передаткой, или, как они еще называются, винч, лебедка. Действуя подобным образом, появляется возможность ловить с удовольствием в заброс даже на самые упористые диповые воблеры хоть целый день. Если же крупные дипы начать твичить как обычно, с удочкой в сторону, то усталость может наступить раньше, чем вы заставите рыбу клевать. Вышел на 4 метра глубину. И все, поклевок здесь нету. Поставил болизонг, он чуть поглубже идет, шумящий. Солнышко спряталось, ветер, тучки натянули. И к вечеру, вот я смотрел недавно прогноз, обещали дождик в районе 6 часов. То есть еще минут 30 и должен начаться дождик. Но вот я думаю, что сейчас похожу уже вечерком, вот именно по таким глубинам 4 метра, 4,5-5. Ну, в расчете на экземпляр, потому что по траве, конечно, там хорошая щука сорвалась, но в основном, конечно, мелочь клюет. Так что буду здесь теперь сражаться на шумящий болизонг. Я сегодня на мульте использую достаточно толстую плетенку 2.0 по японской классификации. Такая леска, конечно, ограничивает глубину заныривания воблера, но зато дает возможность быть гораздо смелее на забросе и смелее при зацепах. В данном случае с этим комплектом Longbill заныривает примерно на 3,5 метра. Но этого мне достаточно. В этот раз попался довольно упитанный судак. Рыба атаковала воблер сзади и засеклась лишь за один крючок. Нужно действовать осторожно и не торопить события. Плетенка не имеет растяжимости, и сейчас вся амортизация ложится на удилище и мою руку, которая тоже автоматически смягчает рывки. Постепенно клыкастый успокаивается, и его можно брать рукой.
Да, красивая рыбка. Такая пузатая. Пожалуй, возьму его для кулинарных изысков. Немного опережая события, скажу, что в животе у судака был подлещик размером в 1,5 ладони. Неудивительно, что судак лишь прикусил кончик воблера. В момент поклевки он был совершенно сытым. Ну что, диповый болизонг принес судака уже вечерком. Дождь так и не начался. Но проводил, кстати, тоже довольно-таки вяленько, медленно, без резких рывков. Ну, неравномерной проводкой, конечно, а такой твич, такой мягкий твич с паузами. И этот воблер шел почти над самым дном. Где-то 0,5 метра он над дном шел. Не цеплял лопаткой дно. 4 метра тут. И поднялся судак и взял. Ну, приятно. Вот, буду, значит, рыбачить дальше. Ну а сейчас маленький лайфхак. Крупную рыбу, если вы ее хотите взять домой, очень удобно заворачивать в упаковочную пленку. Таким образом можно и улов сохранить, и от слизи в лодке избавиться. Ну и еще не придется мыть традиционную пластиковую емкость для рыбы. Я еще, конечно, порыбачил до вечера, но больше поклевок не случилось. Наверное, пора собираться домой. Сегодня и так много приключений было. Рыбалка на сегодня закончена. В принципе, отловился довольно-таки неплохо. Половил на 2 водохранилищах. На одном водохранилище рыба клевала слабенько, откровенно. Пришлось переехать на второе. На втором уже, в принципе, на воблеры нормально. Нашел щучку некрупную, хорошая сорвалась. Ну и судака под конец рыбалки поймал на дипового болизонга, лонгбилла. На такой мягкой-мягкой проводке. Так что, в общем-то, рыбалка сегодня доволен. Конечно, если бы остался на первом водоеме, то, скорее всего, результата бы я не достиг. Но не поленился, переехал и считаю, что сделал это правильно. Все, до новых встреч, друзья!